до 5 утра. Серия EPF, Одесса, 2011 год. И там тоже был такой полутелевизионный стол. Я знаю, Ольга моя раздавала. А ты разве там не раздавала? Это моя сестра была. А? Это моя сестра раздавала. Я знаю, но ты разве там не была? Нет, я тогда, ты что, не помнишь, у меня всегда был день рождения, 4 июня, и я пошла праздновать на пляж. И там один наш лидер, веселый парень, он прибежал, ну, уже когда вот одна, и типа говорит, с днем рождения, я его не видела, и он так подскакивает, он такой мне рост, меня поднимает, вот так, и падает, короче, ну, на пол, а у меня руки, я не могу вытереть, и я вот так лицом в асфальт. Я аж вырубилась, меня поливали водой, у меня вот так все лицо было, честно, все плечо, губа вывернута. А я хотел только спросить, как тебе вот? Вот уже прошло 4 года. Ты что, ровно снимаешь меня на видео? Практически. Да, а вот эти все жесты, жестикуляции, они никому не нужны. Нужно было и как за 4 года тебе удалось быть вот такой же красивой, милой девушкой и все время оказываться на телевизионных столах? Я не хочу уже выдавать интервью, я теперь стесняюсь. Что вам будет? Чего? Потому что так нечестно снимать, когда я не ожидал. Ну, ты же сегодня волосы накрутила, губы накрасила, глаза накрасила. Ногти. Ты мне сама их показывала, два новых ногти своих. Я теперь стесняюсь. Не нужно выкладывать интервью. Нужно все сначала, что ты будешь рассказывать, как меня уронили на день рождения. Я ничего не буду рассказывать. Это никому не интересно. Согласен, тогда выключаем. Да.